Власти Северокавказского федерального округа совместно с ВГТРК ведут работы над созданием телевизионного канала о Северном Кавказе, сообщил полпред президент России в СКФО Александр Хлопонин на встрече с призером международного конкурса журналистов «Золотое перо» в Грозном. Главный вопрос, считает полпред, для кого будет создаваться этот канал? Если мы с вами сделаем передачу или канал, в котором будут время от времени показывать новости из Грозного или Махачкалы, то кому, кроме нас, это интересно? Если мы из этого сделаем некую синонимию телеканала Russia Today, National Geographic, где мы сможем показывать всю красоту, культуру, традиции, тогда давайте готовить специалистов, отметил Хлопонин.